Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас в концертном зале Центра культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина. А сейчас вопрос к ребятам. Дорогие ребята, скажите, пожалуйста, какой сейчас месяц? Декабрь, правильно. А скажите, пожалуйста, а сколько месяцев в году? Кто знает? 12, молодцы, правильно. Вот так и называется наша сегодняшняя сказка. 12 месяцев идут один за другим. А как вы думаете, месяцы когда-нибудь встречаются друг с другом? Да. В стране Богемии когда-то жила девочка и увидела все 12 месяцев сразу. Как же это произошло? У этой доброй и трудолюбивой девочки-сироты была злая и жестокая мачеха. Однажды мачеха решила отправить зимой падчерицу за подснежниками. Холод, метель, идти одной, конечно, страшно. И вдруг огонек из горящего костра. Замерзшая девочка увидела все 12 месяцев в облике людей. Они пожалели сиротку, и месяц апрель подарил ей целую корзину подснежников. Девочка вернулась домой, но злая мачеха начала ругать ее за то, что так мало принесла цветов, чтобы можно было их продать. Мачеха была такая жадная, что отправила на поиски 12 месяцев даже свою родную дочку. И даже не задумывалась, что ее ленивая и глупая дочка может не вернуться в такую стужу из волшебного леса. Так и случилось. В сказках, как вы знаете, зло бывает наказано, а побеждает всегда добро. Написал эту сказку Самуил Яковлевич Маршак, детский писатель-переводчик. Создавал он ее в самое тяжелое время, в годы Великой Отечественной войны, в 1943 году. Потом появился мультфильм, а потом и художественный фильм. Сказка «12 месяцев» – новогодняя, зимняя и особенная. Там, кроме двух девочек и мачехи, есть и другие персонажи. Есть юная королева, вредная и своенравная. Есть добрый солдат. И даже есть предмет, как волшебное колечко. В нашей программе сегодня своя версия сказки. Стихи написала Елена Шварцман, редактор Татьяна Жаркова. А музыку написал наш современник Артем Нижник, Санкт-Петербург. Произведение состоит из 12 частей, которые имеют название «Время сказки», «Игра в горелки», «Старый солдат», «Вьюга», «Урок чистописания», «Фанфары», «Романтик», «Подснежники», «Бал во дворце», «Весенний карагод», «Волшебство» и «Дорога домой». А теперь информация-сюрприз. В настоящее время в городе Якутске проходит Всероссийский фестиваль-конкурс современной музыки «Созвездия Арктики», который собрал более 150 участников со всех уголков нашей страны, на котором собралось очень много знаменитых музыкантов. Знаменитый баянный дуэт «Сип-дуо» в составе Александра Сироткина и Андрея Битюцких из Санкт-Петербурга, Владислав Грянкин, Новосибирск, Дмитрий Швецов, Алдан, в том числе и сам композитор музыкальной сказки Артем Нижник, кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Мы приглашаем на сцену Артема Нижника. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень кратко. Спасибо огромное, что вы нашли время и пришли сегодня в этот зал. Огромное спасибо маэстро Пикутскому, всем ребятам из коллектива, который сегодня озвучит для вас мою работу. И я очень рад, что спустя много городов России сказка также прозвучит спустя несколько минут для вас в Якутске. Мне очень приятно видеть сегодня в зале много детей, и я прошу вас верить
всегда в добро, в справедливость. И в то, что, что бы ни случилось, в конце концов, все будет замечательно и хорошо. Спасибо большое, друзья. На сцене лауреат международного и всероссийского конкурса «Оркестр русских народных инструментов Арктического государственного института культуры и искусств». Художественный руководитель и дирижер Николай Пикутский. Художественное слово исполняет заслуженный артист Республики Саха-Якутия, артист Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина Степан Федоренко. А теперь тишина, сказка начинается. Новый год – это время чудес. Заколдованный сказочный лес – это добрые феи на праздник спешат, а под елкой подарки лежат для ребят. В этот день чудеса посещают наш дом. Огоньки, фейерверки, гирлянды кругом. И нарядная елка, конечно, стоит, вся блистает дождем и огнями горит. Наступает время сказки. И без вашей нам подсказки ну никак не обойтись. Зал, внимание! Включись. Отвечайте на ходу. Сколько месяцев в году? 12. Правильно, молодцы, ребята. А сколько смен времен у года и какая где погода? Ну-ка. 4, правильно. Зима. Зимой холодно, да? Потом теплеет, наступает. Весна, правильно. Потом теплеет, травка распускается, все зелено. Лето, правильно. Потом листочки опадают, приходит осень. Правильно, и потом снова зима, и наступает Новый год. Молодцы, ребята, так и решили, и вопросы завершили. Наберемся же терпения, к сказке слушаем вступление. Thank you.
Чтобы елочку найти, в лес придется нам идти. А в лесу метель и холод, мерзнут звери, птицам голод. Только белкам нипочем, хвост пушистый, калачом. По деревьям скачут белки, тут у них игра в горелки. Зайца тоже приглашают. Как залезть, косой не знает. Мерзнет бедный под сосной, вы не смеетесь надо мной. Подскажите-ка, ребята, хоть вопрос совсем непрост. Почему он влезть не может? У него короткий хвост, правильно! Отправляется бравый солдат. Служить королеве, конечно, он рад. Елку доставить для тронного зала, как украшение пышного бала. Старый солдат, а выправка та же. Рад поделиться, чем может он с каждым. В битвах нелегких не раз побывал. Знал и походы, и слово «привал». В зной он и в холод всегда на посту. С каждым разделит любую беду. Слабым поможет, согреет шинелью, лес бережет, не стреляет шрапнелью. Руки подняли, считая за честь, те, у кого такой дедушка есть. Ребята, у кого есть дедушка, поднимите руки. Вон, сколько у нас дедушек, давайте все дружно поаплодируем нашим дедушкам. Громко-громко и пожелаем нашим дедушкам крепкого здоровья. Thank you.
Году старому конец, новому начало. Падчерица в лес пошла, солдата повстречала. Он помог ей донести хвороста вязанку, она елку помогла водрузить на санки. Ни мороз и ни метель не внушат тревогу, вместе легче прошагать дальнюю дорогу. Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи. Вихри, вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи. В облаках трубите громко, вейтесь над землею. Пусть бежит в полях поземка белая змеёю. Из-за северных морей, из серебряных дверей, на приволье, на простор выпускают трех сестер. Буря, старшая сестра, раздувай огонь костра. Стужа, средняя сестра, куй котел из серебра. Соки вешние варить, смолы летние курить. А последняя сестрица, метелица курева, закурила, замела, запылила, завалила все дорожки, все пути, ни проехать, ни пройти. А для вас наказ мой, дети, в бурю в лес вы ни ногой. Посидите лучше дома вместе с мамой дорогой. Давайте все вместе повторим последнюю строчку. Посидите лучше дома вместе с мамой дорогой. Молодцы. Вот елка поставлена в праздничном зале. Придворные дружно ее украшали. А в комнате классной проходит урок. Чистописание видно не впрок. Прекрасной королеве 14 лишь лет. На все она готова немедля дать ответ.
Профессор математики и чистого писания с поклоном, величанием дает свои задания. Я написать 4 строчки прошу, Ваше Величество. В ответ: ну ладно уж, диктуй, но соблюдай количество. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит. Я соглашаюсь написать лишь «травка зеленеет». И золотым своим пером выводит «зе-не-ле-ет». Теперь осмелился профессор коснуться математики. Вот сколько будет 7 × 8? Не помню что-то. Лучше спросим. Ребят, так сколько будет 7 × 8? Правильно, 56 кто-то сказал. А 6 × 6? 36, молодцы. Ну, а 8 × 8? Какие молодцы. Все, о цифрах все. Не говори. Ее Величество скучает и заниматься не желает. Профессор, расскажите мне про что-то интересное. Такое, чтоб никто не знал, и только вам известное. Давайте мне про Новый год. Сегодня наступает, а про него совсем никто и ничего не знает. Ну, как не знать? В году всегда как раз 12 месяцев. И есть порядок, кто за кем, ну, как ступеньки в лестнице. Их всех зовут по именам, вот как детишек в зале. Не думаю, чтоб дети их по именам не знали. Давайте хором повторим, проверим ваши знания. А кто забудет, не беда, не будет наказания. Итак, ребят, давайте все месяцы вспомним по названиям. Январь. Март. Апрель, весна наступает, май, потом наступает лето, июнь, июль, август, потом наступает осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и Новый год. Какие все молодцы! Королева восклицает: вон их сколько, дети знают, всех подряд по именам. Вот бы так, профессор, нам. Я издам закон природы, чтоб сейчас пришел апрель, и подснежники пробились под весеннюю кобель.
фанфар означают, ребята, что к нам пришел королевский глашатай. А если точно посчитать, то не один совсем, а целых 7. Под праздник новогодний издали мы указ. Пускай цветут сегодня подснежники у нас. Кто отрицать посмеет, что ласточка летит, что травка зеленеет и солнышко блестит? В лесу цветет подснежник, а не метель метет. И тот из вас мятежник, кто скажет, не цветет. А посему повелеваем, приказываем, наконец, доставить полную корзину цветов прекрасных во дворец. И кто исполнит нашу волю, по-королевски наградим. Корзину золота насыплем и шубу бархатную к ним. Ее величество рукой начертано, как акварелью. Всех с Новым годом! С Новым днем, а также с первым всех апреля. Ручьи бегут в долину, зиме пришел конец. Подснежников в корзину несите во дворец. Королевской рукою подписан тот указ. И вместе вы со мною скажите еще раз. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в сени к нам летит. Давайте, ребята, все вместе это скажем. Травка зеленеет. Солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит. И пошел гулять тот слух через королевских слуг. Дочка с матерью узнали, вовсе разум потеряли. Ну, корзины выбирать, чтоб подснежников набрать. Взяли малую корзину от большой наполовину. Говорит с палатей мать: можно, дочь, и эту взять. Хватит золота на шубки, на чулочки и на юбки. Дочке это маловато, нужна новая ей хата, еще конь с уздечкой и баран с овечкой. А коли взять еще поболее, тогда будет жизнь раздолье. Будешь в золоте ходить, с него есть и с него пить. Только как цветы найти, по сугробам не пройти. Может, сходите вы, мама, трудно что ли вам пойти? Родной матери не жаль отправлять в такую даль? Ладно, доченька, не плачь, съешь горяченький калач. А давайте с вами, мама, в лес отправим мы сестру. Коль подснежники найдет, то к утру и принесет. Жадность — чувство беспредела. Сироту кое-как одела. Не страшись, зима не зверь. И за ней закрыла дверь. Делать нечего, сиротка в лес пошла с корзиной. По сугробам без тропы в жуткий холод зимний. Ах, какие приключения всех нас ожидают. Что случится дальше в сказке, скоро мы узнаем.
Звери все по норкам спят, воет волк голодный. Ох, какой же нынче лес, темный и холодный. Выполняя злой приказ, бедная девчонка пробиралась сквозь лес и задрав юбчонку. Там подснежники искать, где метель кружилась. Наша горе-сирота просто заблудилась. Вдруг увидела во тьме огонечек светит. Может, домик лесника девочку приветит. Приближаясь, видит вдруг перед ней поляны круг. А вокруг костра сидят месяцы, за братом брат. Девочка стоит меж елей, не решаясь подойти, и сама себе не верит, что их встретила в пути. Месяцы ее узнали, пригласили сесть к костру и вопросы задавали, что ей надобно в лесу. Месяцы совет собрали, что им делать, как тут быть, чтоб подснежники доставить, чтоб сиротки подсобить, весь порядок изменить. Уступили старики, дали молодым дорогу. Наступили март, апрель, ожило все понемногу. Да чего хорош апрель, не спеши с приходом, март, май. Здесь подснежники повсюду, набралась корзина в край. Не подснежники, а чудо. Мне пора, пойду, покуда не забрежился рассвет. Вам спасибо за привет. Погоди, сказал апрель, не годится так уйти. Я дарю тебе колечко, пусть хранит тебя в пути. Коль опять придет беда, брось на землю. Пусть вода или снеговой сугроб, пой слова наперечет. Запоминайте, ребята, внимательно волшебные слова, которые сказал апрель. Они нам пригодятся. Ты катись, катись, колечко, на весеннее крылечко, в летние сени, в теремок осенний, да по зимнему ковру к новогоднему костру. Давайте две последние строчки все вместе. Да по зимнему ковру к новогоднему костру. Месяцы прощались, дружно обещали. Мы на выручку придем и порядок наведем. Дружбой с нами не хвались и дорожкой не делись.
Я с колечком не расстанусь, унесу его с собой. Проводил ее улыбкой апрель, месяц молодой. В дом вернулась и заснула падчерица до утра. Солнце ясное вставало, осветило часть двора. Снились месяцы ей братья, снился милый ей апрель. Не хотелось просыпаться под весеннюю капель. Мачеха с сестрой проснулись и подснежники нашли. Во дворец засобирались и чуть было не ушли, но заметили колечко. Сняли с пальца и в карман. Сироте не догадаться поискать потерю там. Стали подбирать наряды, нарядились, наконец, взяв подснежники в корзине, побежали во дворец. Во дворце прекрасный бал церемонимейстер начинал. Королеву поздравляли и подарки ей вручали. С Новым годом, с новым счастьем, пусть минует вас ненастье. Королева вместо бала всем придворным отвечала: «Счастье у меня всегда новое, а Новый год еще не наступил. Вы подснежники несите, не теряйте время зря, а то нынче мы отметим 32 декабря». В это время во дворце все стояли на ушах. Нет подснежников доселе, нету их, увы и ах.
Садовник появился с розочками нежными. Не согласна королева. Ей нужны подснежники. Гнев силен у королевы, и вердикт ее таков. Обещала виноватым отсечение голов. Вдруг ей стража сообщает. Зал мгновенно весь затих. Две особы заверяют, что подснежники у них. Бал веселый начинается, огни на елке зажигаются. Ребята, какие мы слова говорим, когда зажигаем новогоднюю елку? Так, давайте все дружно. Три, четыре. Раз, два, три. Елочка, гори, молодцы. Танцуют все, вокруг веселье. Встречают 1 апреля. Королева раздает все подснежники гостям. Это вместо орденов я дарю в награду вам. Королева хочет знать от старухи и от дочки, где нашли они в лесу эти чудные цветочки. Говорить? А что молчать? И давай нахально врать, что по лесу долго шли и вдруг озеро нашли. Утки плавают на нем, на коленках мы ползем. Возле каждой кочки видим мы цветочки. Там еще вовсю цветут сливы и орехи, земляника и грибы. Все вам для потехи. Королева. Едем все. Всем раздайте шубки. Запрягаем лошадей и на озеро, где утки, собирайтесь поскорей. Тут врунишки спохватились. А там все снегом замело. Озеро то льдом покрылось и вокруг замерзло все. Отвечайте только правду. Где нарвали вы цветы? Это падчерица наша, а мы с дочкой принесли вот как. Так не вы их рвали, она в лес, вы во дворец. Коль не сможете доставить в лес нас, будет вам конец. С ружьями солдат приставить, падчерицу к нам доставить, чтоб не смели улизнуть, пусть показывают путь. Начальник королевской стражи всю свиту к озеру приводит. И по ковровой подорожке вниз королева плавно сходит. Здесь столько снега, не растает, я думаю, он никогда. Мне холодно, подать накидку, в которой греюсь я всегда. Куда девались мать и дочка, что пререкались тут со мной? Начальник королевской стражи, ты отвечаешь головой. Они уж здесь, ваша светлость, и падчерицу привели. Так это ты нашла подснежники, которые мне принесли. Она озябла. Дайте шубку. А к ней получишь платье, а юбку и на каждый палец по кольцу, когда отправишься к венцу. Мне ничего от вас не надо. Одно колечко нужно мне, что разлюбимая сестрица сняла с руки моей во сне. Давай сюда это колечко, что запихнула ты в карман. Покажешь, девочка, местечко с подснежниками, то отдам. Бери, помни, за признание я очень щедро награжу. Тогда не надо мне колечко, дорогу вам не покажу. Так знай, я в прорубь его брошу и за упрямство накажу. Прощайся со своим колечком и своей жизнью заодно. С размаху бросила колечко в прорубь, в озеро.
на дно. Мгновенно вспомнились слова и закружилась голова. Ребята, какие слова? Месяц апрель говорил девочке волшебные. Ты катись, катись, колечко, на весеннее крылечко, в летние сени, в теремок осенний, да по зимнему ковру, к новогоднему костру. Давайте две последние строчки повторим все вместе. Да по зимнему ковру, к новогоднему костру. Слышен бубен январский, и рок февраля, и апрель наступить очень просится. Может, это метель и пурга без конца? Это месяцы мимо проносятся. Увлекают они за собой сироту, что когда-то с любовью согрели, чтоб не смели ее никогда обижать ни старуха, ни двор королевы. В шуме бури все чаще слышны голоса, то бубенчики марта, апреля свирели. Наступила весна, за ней лето пришло, вот и осень свою завела канитель. Ускакала верхом вся придворная рать, королевских угнав лошадей, а дорогу дождями размыло совсем. Как же ехать в упряжке саней? Тут приходит январь. В белой шубе старик во владениях наводит порядок. Всех подряд опросил, что бы каждый хотел получить к новогодию в подарок. Королева кричит: «Я хочу одного во дворец я желаю, только ехать на чем?» Отвечает старик: «Как вам ехать, один только знаю». «Ты служивый?» — солдата спросил старичок. «Мне погреться, чего еще более? Я уж больно замерз, если б был костерок хоть в лесу, хоть и в чистом бы поле». «Дочка, дочка шубу просила!» Январь достает из-за пазухи шубки простые, на собачьем меху, их носить не сносить, и сидят на них, словно влитые. Голоса все похожи на воющий лай, то в собак мать и дочь превратились. Тут их злости конец, ну и подлости край, до чего же они докатились? Запряжем-ка их в сани, пускай вас везут, две собаки а дюжины стоят. Давай трогай, служивый, к костру прямиком, а то снова метелица воет. На поляне в лесу снова месяцы все. Среди них примостилась девчонка. Март подбрасывал хвороста в яркий костер, и апрель запевает негромко. Ты гори, костер, гори, смолы вешние вари, пусть из нашего котла по стволам пойдет смола, чтобы вся земля весной пахла елкой и сосной. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Все дружно давайте, ребята. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло.
падчерица зарыдала, я колечко потеряла, королеву привела, я вас очень подвела. Не горюй, сестрица наша, королевский двор не страшен. Братья месяцы, простите, зла на сердце не держите. Друг Апрель не упрекал, просто шепотом сказал: вот колечко твое, я тебе отдаю, с ним тепло и светло тебе будет. А Апрель никогда не обманет тебя и о дружбе с тобой не забудет. На поляну въезжают королевские сани. Две собаки в упряжке, грызутся они. Все повадки у них и старухи, и дочки, ну как будто собаками впрямь рождены. А заметив сестру, оседают на лапки, что она на поляне, это им невдомек. Вот подходит солдат, разрешить погреться. Эх, веселый хозяин, у вас огонек. Милости просим, служивый, поместимся. Ты же у целого года в гостях. Охнул профессор. 12 всех месяцев встретил я сразу в ваших лесах. Извините. Извиниться за все довелось королеве. Спрятать гордость свою и впервой попросить. Подвези нас, пожалуйста, очень замерзли, и позволь в твои сани нас всех посадить. Позабыта обида, ведь доброе сердце будет высшей наградой для чистой души. А урок, извлеченный и опыт бесценный в новогодье, конечно, приносит плоды. Пусть собаки 3 года в той шкуре побудут, так красавице молвил суровый февраль. Приведешь их потом, коль смиренными будут, снимем шубы собачьи с них, все-таки жаль. Братья месяцы, прощайте, и меня не забывайте, не забуду также я новогоднего костра. Догорай костер дотла, будет пепел и зола, разлетайся синий дым по кустарникам седым, до вершин окутай лес, поднимайся до небес. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Еще раз. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Тает месяц молодой, гаснут звезды чередой,
Из распахнутых ворот солнце красное идет, солнце за руки ведет, новый день и новый... Благодарить оркестр наш замечательный, конечно же, нашего замечательного композитора. Это большое удовольствие и двойное счастье, что играть его музыку, и еще когда он находится с нами, еще играет с нами. Это просто было потрясающе. Замечательно, спасибо. Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить наш оркестр. Пожалуйста. Наш оркестр имеет широкую географию. К нам приехали друзья из Алдана. Это оркестр Алданского музыкального колледжа, студенческий, под управлением Арсения Кармишина. Вот он стоит вот посередине. Да, ребята, встаньте, пожалуйста. Алданский. Вот вы, наши друзья. Спасибо. Наши гости. У нас в нашем составе Владислав Горянкин, солист Новосибирского академического оркестра русских народных инструментов. Город Новосибирск. У нас приехали даже педагоги, выпускники наши из Кузьмая, Данил Алексеев, Зоя Чупрова. Ну и, конечно же, наши студенты Арктического государственного института культуры и искусств и преподаватели, и студенты Якутского музыкального колледжа, артисты Национального оркестра театра танца, преподаватели педколледжа культуры. Пожалуйста. Вот такой наш состав сегодня подарил вам замечательное произведение Артема Лисника. И, конечно же, наши артисты симфонического оркестра, театра оперы и балета и филармонии, наша ударная группа, флейта, гобой, кларнет. Всем большое спасибо. Благодарю вас. На сцену приглашается... С приветственным словом на сцену приглашается ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Семеновна Игнатьева. А также приглашаем на сцену участника баянного дуэта СИБДО, лауреата трофея мира, Кубка Липса и многих других конкурсов, старшего преподавателя кафедры музыкального искусства АГИКИ Александра Сироткина, Санкт-Петербург. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые артисты, наши преподаватели, гости дорогие и дорогие дети, их родители. Действительно, сегодня мы с удовольствием, ну, после, наверное, еще такого пандемийного периода, дети у нас счастливы тем, что мы сегодня живую музыку услышали и послушали сказку. Ну, большое спасибо нашим гостям и Николаю Владимировичу Пикутскому, художественному руководителю и дирижеру Оркестра народных инструментов Арктического государственного института культуры и искусств, студентам, всем нашим партнерам,
за этот великолепный вечер, за такой подарок. Да, правда же, да? Давайте аплодируем. Аплодисменты и браво. Ну и я хочу вручить букет Артему Нижнику, где он у нас композитор. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы с нашим оркестром так хорошо поставили свою постановку, и у вас это все удалось. Спасибо. Удачи всем, успехов и с наступающим Новым годом. Молодцы! Удачи! Итюка Хенен, дорогие друзья! Я вас приветствую, мои земляки. Когда-то 20 лет назад я сидел в этом оркестре, и моим маэстро был Николай Владимирович Пикутский. Я горд, я счастлив, что я родился в Республике Саха, и то, что сейчас я являюсь преподавателем Арктического государственного института культуры и искусств. Сегодня нас, так скажем, окунули в мое детство, потому что эти 12 месяцев я и смотрел этот мультик. И сегодня так было мило, сегодня было с такой любовью. Я горжусь нашей дружбой с Артемом Нижником. И, наверное, это очень символично, потому что эта сказка была поставлена достаточно давно, уже написана. Но именно вживую я ее послушал именно сегодня и на моей малой родине. Я этому очень рад. Спасибо, Артем, за твой талант, за нашу дружбу. Николай Владимирович Пикутский — это человек, который повлиял на меня очень сильно. И который влюбил меня в ансамблевое дело и в оркестр. И сейчас, как уже известно, мы практически 15 лет существуем, наш баянный дуэт, баянный дуэт Сибдо. Николай Владимирович, спасибо за вашу любовь к народному оркестру. Можете выйти, я хочу вам сказать. Несмотря на то, что Николай Владимирович является уже достаточно давно главным дирижером симфонического оркестра театра оперы и балета, он никогда не забывает наш оркестр, оркестр народных инструментов. И я очень благодарен вам за это. Спасибо вам большое. Единственный момент, маленькая грустиночка у меня всегда возникает. Мне бы очень хотелось, чтобы перед фамилией Николай Пикутский было как минимум почетное звание «Заслуженный артист РФ». Вот мне бы очень этого хотелось в будущем, чтобы... Да, поддержите меня. Я очень надеюсь, что следующий наш приезд именно будет с таким почетным званием «Заслуженный артист России». Я вам этого желаю. Сегодняшний концерт не состоялся бы, и вообще, в принципе, наш конкурс не состоялся бы без поддержки руководства Арктического государственного института культуры и искусств. Вот сегодня наш замечательный ректор Светлана Семеновна. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое, что вы нас поддержали. То, что поддержали, потому что сейчас в наше непростое время привести столько такое количество артистов, музыкантов, это непросто. Это непросто. И, конечно, я хочу поблагодарить проректора Станислава Семеновича и Веру Семеновну за поддержку. Спасибо вам огромное. Друзья, я всем желаю здоровья, любви. И надеюсь, очень надеюсь и верю в то, что наша творческая дружба будет продолжаться. Оркестр, я кланяюсь перед вами. Спасибо вам огромное. Заканчивается. Спасибо за внимание. До новых встреч!